Конкурс, который называется «Самая рыжая собака». Ну, у нас рыжий пуделечек вышел, поэтому мы не стали идти. Ну вот теперь посмотрим, кого выберет судья самой рыжей собакой. Собаки реально многие очень рыжие, некоторые приближенно рыжие. Ну вот, и мы сейчас увидим. Конкурс бесплатный. И от нашей компании «Пуделей» вот такая вот красотка из Севастополя, из дома Романовых. Итак, кто у нас самый рыжий оказался? Серьезно? Ну да. Там, наверное, меньше рыжая. Ну что ж, шуточный конкурс. Самая рыжая собака оказалась вот этой. Следующий конкурс.